Привет всем любителям путешествий! Вы снова смотрите проект «За порогом», а меня зовут Андрей Кузьмин. Мы продолжаем знакомить вас с регионами, окружающими Башкирию. Так уж получилось, что территория Южного Урала уже достаточно хорошо изучена нашей съемочной группой, и мы решили запустить свои щупальца на Средний Урал. В предыдущих выпусках передачи вы могли увидеть Пермский край, а сегодня мы приехали в Свердловскую область. И наше следующее путешествие начнется здесь, на границе Европы и Азии. Не переключайтесь, поехали! Именно со Среднего Урала началось промышленное освоение этого региона, которое достаточно быстро распространилось и на юг. В результате чего обширную территорию на границе Европы и Азии позже станут называть горно-заводской империей или даже горно-заводской цивилизацией. В одном из центров этой цивилизации, в городе Первоуральске, недавно был открыт современный музей, рассказывающий об истории возникновения и развития горно-заводского дела на Урале. В XVIII веке, когда шло интенсивное промышленное освоение Урала, когда строились железоделательные, чугуноплавильные заводы, когда открывались рудники железные, медные, платиновые и другие, тогда родилась и сформировалась горно-заводская цивилизация. И известный историк, писатель Алексей Иванов, автор книги «Горнозаводская цивилизация», пишет, что горнозаводская цивилизация – это был такой обобщенный уральский образ жизни. Это была горная держава, горная империя, которой управляли не губернаторы, а горные начальники и горные генералы. Здесь было свое войско, своя валюта, своя форма крепостного права, свое административное отделение. И даже были свои представления о ценностях жизни, одна из которых звучала как «работа важнее свободы». Основатели горно-заводской цивилизации – это Петр I, и, по сути, на основе его указов и стал развиваться и осваиваться промышленный Урал. Василий Татищев и Вильям Дегенин – основные сподвижники Петра I. Также знаменитые заводовладельцы – это барон Строганов, Алексей Турчининов, Никита Демидов и Савва Яковлев. Каменский завод – это первенец уральской металлургии, который был введен по указу Петра I в 1701 году. И это был основной крупный поставщик оружия, пушек, ружей, гранат для царской армии. Тогда первые уральские горные заводы строились с привлечением неимоверного количества людских ресурсов. И на Урал приезжали мастера с различных губерний – Оланецких, Усольских, Подмосковных, Петербургских и других. И вот строительство Каменского завода осуществлялось при помощи тобольских мастеров, это сына боярского Ивана Астраханцева и плотинных дел мастер Ермолая Неклюдова. Тогда плотины строились за один сезон, строились из лиственницы и глины. Строились на века, и до сих пор некоторые плотины Невьянская, Екатеринбургская, Нижнетагильская до сих пор функционируют и сдерживают напор местных водохранилищ. В 1701 году Петр I издал указ, вводивший в эксплуатацию Невьянский завод, в котором указывалось, чтобы лить гранаты, ружье и всякое орудие. И в 1702 году недостроенный Невьянский завод Петр I передает оружейным тульским мастерам Никите Демидову и Акинфию Демидову, но с условием, то, что они будут поставлять орудие царской армии по сниженной цене. И в 1723 году по инициативе Вильяма Дегенина и Василия Татищева было организовано строительство первого на реке Есеть Екатеринбургского завода.
который дал жизнь будущему Екатеринбургу, столице нашей Свердловской области. Как было сказано выше, главным тезисом жизни горнозаводской цивилизации был лозунг «Работа важнее свободы». Но времена меняются, и помимо работы у современных жителей Свердловской области, как, впрочем, и любого живущего на Урале, появилась возможность хорошо отдыхать. В одно из самых популярных мест активного отдыха Среднего Урала мы сейчас и отправляемся. На территории парка тайга, южная подзона тайги, взаимопроникают с лесостепью. И поэтому у нас видовое разнообразие просто замечательное. У нас около 800 видов высших растений. Не каждый охотник таким может похвастаться. Понятное дело, и в животном мире, и таежные виды, и степные виды имеются. Территория интересна еще и тем, что рельеф очень такой красивый, своеобразный. Нас неспроста называют маленькая уральская Швейцария. У нас и скалы есть, и пещеры, и гроты, и река Серга, которая издавна пользуется спросом у туристов-водников. И, конечно, вот благодаря тому, что есть что посмотреть, есть на что полюбоваться, и это не однотонный, не монотонный какой-то рельеф, а разнообразный, к нам и народ приезжает в очень больших количествах. Иногда, конечно, это не на пользу парку идет в самой территории, потому что рекреационная нагрузка большая получается на наши маршруты. Но, тем не менее, да, народ к нам едет и с удовольствием гуляет по нашим тропам. Ну что ж, раз все так привлекательно, прогуляемся по местным тропам, проверим на собственном опыте, как оно все на самом деле, и сравним с маршрутами других, уже знакомых нам природных парков. Все маршруты оленьих ручьев хорошо промаркированы, тропы отсыпаны такими мелкими камушками, даже в дождливую погоду ходить комфортно. Везде стоят вот такие указатели, информационные стенды. Что мы здесь имеем? Малый экскурсионный маршрут по долине реки Серга 6 километров, большой экскурсионный маршрут причуды Сергинских пещер 15 километров и маршрут к скале Карстовый мост 7 километров. Но поскольку погода сегодня не особо располагает к длительным прогулкам, ограничимся малым экскурсионным маршрутом. Тем более, что пещера Большой провал сейчас закрыта из-за сильной обвалоопасности. Поскольку парк находится в низкогорной зоне, что отличает его от южноуральских парков, находящихся преимущественно в Среднегорье, здесь очень простой рельеф, без крутых или затяжных подъемов и спусков и без серьезных препятствий. Поэтому можно смело брать с собой детей даже самого младшего возраста. Чистейший воздух осеннего леса, как сказал бы классик, усталые силы бодрит. Но устать мы еще пока не успели. Ни для кого не секрет, что возраст дерева можно посчитать по годичным кольцам. Каждый год образуется вот такое кольцо. На спиле это очень хорошо видно. А возраст вот этой сосны около 300 лет. То есть путем нехитрых математических вычислений можно посчитать, что она старше самого Екатеринбурга. Как же это выясняется? Конечно же, пилить такое прекрасное дерево никто не станет. Для этого специальным полым сверлом сверлится отверстие. И вот по фрагментам годичных колец внутри сверла как раз можно высчитать возраст дерева. Когда еще во времена Демидова строились заводы железоделательные, лес был нужен не только в качестве строительного материала, но и для того, чтобы пережигать древесину на древесный уголь. Но тогда люди, я бы сказала, больше были обеспокоены тем, что они своим потомкам оставят. И на вырубленных участках обязательно оставляли взрослые, крепкие, здоровые деревья, как семенные деревья. Очень поучительный пример природопользования. В то время, когда практически вся энергетика была дровяная или водяная и не существовало современных альтернативных источников энергии, мудрые горнозаводские управленцы уже задумывались о жизни будущих поколений. Как же не хватает этой мудрости сегодняшнему обществу потребления? Но и тогда тоже не все было идеально.
Как уже было сказано, заводские плотины строились в основном из лиственницы. И в тех местах, где были устроены пруды, это дерево вырубалось практически подчистую. Реке Серге в этом отношении повезло чуть больше. Запруду на ней так и не построили, поэтому в округе еще можно встретить вековые лиственницы. Река Серга вполне такая типичная река для Среднего Урала. Быстрое течение, небольшие глубины, скальные выходы, которые обрываются прямо в воду, которые у нас принято называть прижимами, а здесь еще иногда называют камни-бойцы. Спуск к реке и подъем от нее, пожалуй, самые сложные участки на маршруте, поэтому самые крутые склоны оборудованы безопасными лестницами, мостками и смотровыми площадками. Главная рукотворная достопримечательность парка – Ангел Единой Надежды. И поскольку, как нам сегодня сказали, у него сегодня день рождения, день ангела, пожелаем ему мирного неба над головой, чтобы никогда на планете не было войн. Эта скульптура была изготовлена в Швеции детьми-инвалидами и стала частью глобального проекта, получившего название «Единая надежда». Скульптуры первых 7 ангелов-хранителей были установлены в один день – 17 сентября 2005 года в Австралии, Канаде, Перу, Мали, Вануату, на Гавайях и у нас на Урале. Всего планируется установить 49 таких скульптур. По замыслу автора идеи, шведской художницы и скульптора Лены Эдвалл, ангелы-хранители сформируют единое пространство земного шара, будут стоять на страже мира и спокойствия, защищать людей от зла и, в первую очередь, от войн и терроризма. Именно террористические акты по всему миру стали для автора толчком к созданию проекта. Поскольку формирование парка пришлось на непростые для нашей страны 90-е годы, многие вещи были построены на средства неравнодушных граждан из-за рубежа. И это тоже можно рассматривать как некий символ единения и доказательство того, что, несмотря на наличие границ, все люди доброй воли живут в одном общем мире. Вот этот участок тропы называется «Магистраль поста». Если верить табличке, была сооружена в 1998 году общественным фондом «Оленьи ручьи» на пожертвование гражданина США Роберта Поста. Видите, в 98 году для того, чтобы засыпать тропу щебнем, приходилось прибегать к помощи заокеанских граждан. Как сказал Остап Бендер, за граница нам поможет. Другое инженерное сооружение называется Капрелянов мост и построено на средства уже нашего соотечественника Капреляна Ю.А. Из уважения, наверное, можно было бы указать имя, но раз Ю, наверное, скорее всего, Юрий. Такой вот получился интернациональный парк. И получился, надо сказать, очень неплохо. Действительно, не часто встретишь такое количество интересных объектов, компактно уместившихся на совсем небольшой территории. Один из них – это дерево-монстр, про которое рассказывают страшилки, будто оно утаскивает зазевавшихся туристов под землю. Меня тоже пыталось утащить, но я каким-то чудом вырвался. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. На скальных грунтах корневая система больших деревьев не может проникать далеко вглубь, поэтому распространяется горизонтально, недалеко от поверхности. Вот здесь мы можем видеть корни, которые выходят на поверхности, где-то в 4-5 метрах от основного ствола ели. У нас более 80 пещер. Это, конечно, и, с одной стороны, гордость, что у нас такое богатство, да, такое достояние есть. И в то же время головная боль, потому что законодательно очень многие вопросы, связанные с пещерами, никак не прописаны. Нет, например, вменяемого классификатора пещер.
какие можно посещать, какие стоит охранять и так далее. И вот в этом плане мы очень тесно работаем со спелеологами. Мы уже неоднократно проводили конференции, связанные с проблемами пещер в связи с тем, что они посещаются людьми. Пещеры небольшие. У нас самая крупная пещера – это Большая Ракаевская. Она порядка 750 метров в длину. В 80-е годы прошлого века в одной из пещер на правом берегу Серги археологами была выявлена стоянка древнего человека с множеством культурных слоев, самый старый из которых имеет возраст 14 тысяч лет. По данным ученых, у нас эта пещера является одной из древних стоянок человека на Среднем Урале. Возраст тех находок, которые были сделаны вот, в раскопе у этой пещеры, причем находки интересные, пепел и зола от костров, да, фрагменты костей животных, которыми питался древний человек, фрагменты орудий труда, которыми пользовался человек. Так вот, самым древним из этих находок 14 400 лет. Примерно полтора часа потребовалось для прогулки по малому кольцевому маршруту Оленьих ручьев. И, восстановив душевные силы, мы возвращаемся в суету городов и потоки машин. Впереди нас ждет столичный Екатеринбург, о котором вы узнаете из нашей следующей передачи. Традиционно желаем всем зрителям побольше путешествовать и поменьше сидеть дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!